что, друзья, Geometry TV, как всегда, в автопремиум, и сегодня презентация нового Mitsubishi L200. И мы с Лешей, как всегда, узнаем, что же это за машинка на самом деле. Come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet. Автомобиль вывешен на одно колесо. Это показатель работы кузова на скручиваемость. То есть при этом мы можем открыть багажник. Значит, кузов обладает хорошей жесткостью. Ну, большинство пикапов и рам страдает при такой штуке, что нельзя открыть дверь или нельзя открыть багажник. То есть это очень хороший показатель. Said, are you gonna be my girl? В основном в данном автомобиле поменялась внешность. Вот. Основная позиция, ни одной, так скажем, детали, которая была на автомобиле. Новая оптика. Это самая главная отличительная черта. Дальше изменение самого салона. Вот. Он стал более комфортабельный. Улучшилась шумоизоляция, управляемость. Автомобиль стал более комфортен в управлении в городских условиях. Ну и для пикапа самое важное, естественно, увеличенный отсек самого именно кузова. Вот. И, естественно, самое главное для внедорожника, то, что осталось у него настоящий полный привод, трансмиссия Super Select, именно в плане для комфортного движения по бездорожью.